А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все. Подпишитесь и узнайте больше. Всем привет! Вы смотрите канал Интернет и Деньги. И уже очень давно не было на канале Airdrop, потому что я перестал за ними следить. Но у двух блогеров пару дней назад увидел интересный Airdrop, решил попробовать там заработать. Не знаю, дадут ли там токены или нет. В любом случае я ничего не теряю, как и вы, потому что очень простые действия, а есть возможность заработать. Если нет, то, как говорится, но нет и суда нет. Итак, давайте будем смотреть. Раздача токенов UNIF от Uniswap. Здесь вы получаете 10 токенов и плюс за каждого реферала тоже по 10 токенов. Максимум можно пригласить 30 человек. Все, что вам необходимо, чтобы получить эти токены, вот тут вставить ваш адрес эфириум кошелька и нажать вот эту кнопочку. Давайте я это сделаю, заодно зайду в кабинет, потому что токены я уже соответственно получил. Все, вставляю свой адрес, нажимаю кнопочку. Я зашел в кабинет. Как видим, на балансе у меня 130 токенов, 10 моих и 120 токенов, потому что я уже пригласил сюда 12 человек. Напоминаю, что можно максимум пригласить 30. Так, вот здесь будет ваша реферальная ссылка. Ее можете распространять в интернете и рекламировать данный airdrop. На данном этапе это все, что от нас требуется. Хотя, если все это перевести на русский язык и более подробно почитать, то здесь пишется, что-то там куда-то нужно перевести, ваши эфиры и так далее. Но скажу сразу, ничего никуда не переводите, потому что мы здесь участвуем абсолютно бесплатно. Соответственно, если вы переведете средства, не факт, что вы их получите обратно. Поэтому мы просто берем токены, вставляем адрес и приглашаем сюда 30 человек, чтобы заработать, соответственно, 30 токенов. И как только раздача закончится, мы посмотрим, дадут нам эти токены или нет. Я увидел два разных мнения в интернете. Одни говорят, что данный токен может улететь на Луну, а другие говорят, что в принципе здесь вообще ничего не выйдет. Но посмотрим, потому что раздача будет закончена 12 марта, то есть остается всего 7 дней, чтобы заработать эти токены. 10 своих и 300, извиняюсь, уже по рефералке. Вот такая интересная раздача. Посмотрим, как это будет. Тем не менее, я решил ее вам показать, потому что все-таки возможность заработать здесь, я считаю, есть. Ну а если не заработаем, то в принципе ничего не теряем. На этом все. Ссылочку на данный airdrop я оставлю под видео в описании. Вы были на канале Интернет и Деньги. Всем удачи и профита, и до новых встреч! Mm-hmm.